Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос задает Александр. У него, у сына генетическое заболевание выглядит немного не так, как все. Очень долго она даже не задумывалась об этом, но когда стала слышать на площадке от детей, что у него с лицом как страшно, это прям задевает, режет слух эти слова, иногда может не выходить на улицу, лишь бы не видеть взглядов. Очень хочет эту ситуацию изменить, как себя вести, спрашивает. Говорит, что сына любит, не хочет, чтобы он накрылся в себе, да, просит дать совет. Александр, советы психологи не дают, это немножко не в нашей компетенции. Я думаю, что в первую очередь, что здесь нужно сделать, это, пожалуй, вот прожить какую-то боль вашу, которая у вас есть, да? В смысле того, что то, что вы чувствуете, неприятно, то, что вам неприятно. Я думаю, что начать, на мой взгляд, нужно именно с этого. Нужно начать. Потому что эта боль ваша, которую вы, чувствуете, которую вы ощущаете, да? Это прям вот что-то невыраженное у вас, это вот про что-то нереализованное ваше, на мой взгляд. И соответственно, я думаю, что в первую очередь нужно вам обратить свое внимание именно на это. Именно на это нужно. Потому что ваша собственная боль здесь сыграет очень серьезную роль. Потом, когда ваша боль будет прожита, я думаю, что там будет место для других чувств. Я думаю, что там будет место для других эмоций, я думаю, что там будет место для других ощущений. Нужно просто, чтобы у вас было место для этого. Дело в том, что сейчас у вас места для этого нет. Я думаю, что вы испытываете некоторые трудности с реализацией собственной себя. Я думаю, что вам знаком стыд. То есть, я думаю, что вам знакомо чувство стыда. Вам знаком. А чувство стыда – это история про определенные другие подавленные эмоции, такие как, например, злость, гнев и так далее. Соответственно, работать нужно, наверное, в этом направлении вам, по крайней мере. Двигаться нужно именно в этом направлении. А дальше уже, я думаю, что вы сможете это перенести своему сыну.
Вот. Также есть ощущение, что мнение других людей вы ставите на первое место. Вот. Тоже довольно интересный момент, с чем это связано. Вот. Ну и судя по тому, что мы можем видеть, вот. На мой взгляд, по крайней мере, вы испытывали определенные проблемы раньше, вот, до того, как эта ситуация, начала давать себя знать, вот, на мой взгляд, вот, с вами это было и раньше, вот. Потому что, ну, ваша реакция, она на это вот косвенно указывает. Вот. То есть косвенно ваша реакция показывает, что для вас это было актуально, ну, и раньше. Просто вы как-то, я думаю, ну, действительно не придавали этому значения. Вот. А вот. Поэтому с этими вещами, на мой взгляд, нужно работать. Вот. Все корректируется. Вот. И все сбалансируется. Ну, нужна психотерапия. Вот. Без психотерапии здесь будет довольно сложно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит нам начать над собой работу. Вот. Желаю вам всего самого доброго.